Приветствую, коллеги. Обратил внимание, такая очень важная вещь и очень важная информация. Это агроусадьба, и заказчик, он ездил по всей Европе, был в Бельгии, в Голландии, и он очень уникальную вещь привез оттуда. Это россиянин, вот здесь у нас в пригороде Бреста строит. Изумительно. Цена одного кирпича стоит всего лишь 10 центов. И с его слов, когда он видел, как экскаваторами, это просто в грубую, чтобы начальство не видело, просто там зарывали где-то этот кирпич. В чем особенность этого кирпича? Это обычный полнотелый кирпич, но пережженный. Он по спецзаказу попросил, чтобы пережгли. Как он выглядит после этого, я уверен, многие будут удивлены. Я сам удивился. Я сначала подумал, это старое здание какое-то разобрали. Заказчик, кстати, сделал экспертизу, и экспертиза показала, что этот кирпич гораздо прочнее, чем обычные полнотелы. Вот. Он даже смотрится шикарнее Робена. При этом, ну, цена, сами понимаете, 1,5 евро и 10 центов. Ну, сейчас сами все видите. Кстати, обратите внимание на отливы. Отливы, обратите внимание на крышу. Все очень удивительно, очень интересно. Ну, и в доме все красиво. Ну, посмотрите. Поверит кто-нибудь, что это обычный кирпич? Обычный полнотелый кирпич. Просто пережженный. А то, что он пережженный, вот... Я думаю, если у вас где-то поблизости завод есть кирпичный, по спецзаказу вы сможете это сделать. Я хотел бы, чтобы в массы входили такие красоты, люди делали. Я уверен, что этот кирпич, он дольше будет жить, чем обычный облицовочный. Его, кстати, можно еще сверху покрыть лазурью, лаком, чтобы если кому-то блеск нужен. Обратите внимание на отливы. То, что внутри, вот смотрите. Вот этот кирпич я покажу поближе. Сейчас попробуем отойти немножко в сторонку. В общем фоне, как он смотрится. Ребята, вы понимаете, из обычных материалов, вот и люди иногда, вот даже обратите внимание, забор. Обычный забор, да, ну смотрится эффектно с туечками. Кстати, крыша, ну вот он, сейчас я вам покажу. Вот так вот, кто смотрит мои ролики, вот женщина-художница рисовала. Вот это здесь гостиничный комплекс будет. Внутри очень много дерева. Кстати, сделай потише. Внутри очень много дерева. И крыша дубовая. Дубовая сделана по старинной технологии. Обратите внимание. По-моему, дранка ее называли. Я думаю, информация действительно очень полезная, что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь какие-то новшества вводить. Я думаю, и дом этот долго простоит, и он действительно очень красивый. Я как буду что-то интересное видеть, обязательно буду с вами, ребята, делиться. Кто зашел на этот канал случайно, подписывайтесь. Много чего интересного еще будет, и то, что уже есть на канале. Вот. На сегодня такая информация. Пока. Всем пока.